Степсиния растилалас, близа зовских берегов, запад газ и ночь спускалась, вих скользил между холмов. И тряхнувшись в поле битом, серый сокол тихо сел, и к нему с ответным критом брат стрелою прилетел. Братец, братец, что ты видел? Расскажи мне поскорее. Ах, я свет возненавидел и безжалостных людей. Что ж ты видел там худого? Кучу каменных сердец, девы смех тоскливого, для детей тиран отец. Девы мухой слез правдивых веселятся, как игрой, и у ног самолюбивых гибнут юноши толпой. Братец, братец, ты что ж видел? Расскажи мне поскорее. Свет и я возненавидел, и изменчивых людей, ночью обманов скрытых, юность там удручена, вспоминаний ядовитых, старость мрачная полна. Гордость, верьте мне, прекрасная, забивается порой, на измене цели страстной, нож для сердца вековой. Михаил Юрьевич Лермонтов родился в Москве. Когда его убило 3 года, лишился матери и детства провел в имени бабушки. В 1830 году Лермонтов поступил в Московский университет. В умах молодежи Таваб, Брегли, Виталий, освободительные идеи декабристов. Они оказали влияние и на молодого поэта. В юности его любимый поэт Билл Байрон. Писаться Лермонтов начал очень рано. Резкий перелом в его жизни наступил тогда, когда он узнал о гибели Пушкина. Он написал на его смерти стихотворение, в котором обличал подлинных виновников этой трагедии. Во многих его произведениях звучит пессимизм и неудовлетворенность жизни. В его поэмах выступает могучая, бурная личность, трагически которая переживает разрыв между мечтой и реальностью. Особенно ярко это проявилось в его поэме «Демон». Это титанический образ бунтаря, который бросает вызов силам неба. Летом 1841 года Лермонтов находился в Баричеве, в Пятигорске. Там он поссорился с офицером Мартиновым. Состоялась между ними дуэль, Лермонтов был убит. Он прожил только 27 лет, но оставил русской литературе вечные следы.